Всем медоедный привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт, но не просто Майнкрафт. Сегодня я покажу вам, на что способны эндерперлы. Давайте возьмем чуть эндерперлов. Я вам покажу, почему эндержемчуг очень имповая вещь. Для начала я выложу все вещи, возьму только один эндерперл. Вот, и накопаю каких-то вещей, чтобы вы понимали, как можно сохранить свой инвентарь при смерти. Берем еще сундучок. Вот. И, допустим, у нас осталось мало хп. Сейчас я это сделаю. Допустим, тут громадная гора. Ну, она должна быть, но, как я понял, мы не умрем. Потому что давайте пропишем себе дамаг. То есть, что мы почти умирали. У игрока всего лишь что 20 хп, поэтому мы пропишем 15. Чтобы у меня осталось только 5. Все, теперь мы можем прыгать. Кидаем Ender Pearl, вы видите. И он летит вниз. Самое главное нажать «Возродиться». И все, мы можем просто спокойно взять и забрать наши вещи. Если, допустим, наши вещи кто-то нас убил из игроков, то мы можем спокойно взять или телепортнуться. Так что это очень даже круто. Или, допустим, вы забыли засейвиться на кровати, выкинули Ender Pearl, и вы тут. Плюсом вы можете забрать еще какие-то вещи. Это очень даже крутая штука. Так что я не увижу тут никаких минусов, чтобы как бы говорить, что, ну, это невозможно, это не круто. Как по мне, это очень даже крутая имбовая штука. Вот. Вот так. Так, тогда я заберу свои вещи. Вот. И все. И все, как говорится, сохранилось. Поэтому мне очень понравился этот способ. Ладно, придем к более примитивному способу. Это перелезть через ограду, то есть, или что-то еще. Думаю, это все знают и это все используют. Вот. И, допустим, вы берете эти перлы, кидаете их, да, и переноситесь в другое место. Но будьте осторожны, ведь вы можете переместиться куда-то не туда. Вот так вот. Давайте я обратно перемещусь. Вот. Мне, наверное, чешуйница только что била. Тут и шанс чешуйницы очень большой. Я поем золотое яблоко. Я слю себе чуть хпшек. Ладно, возьмем что-то еще. Вот. Допустим, Ender Pearl. И сейчас я покажу вам, как вы можете просто проходить через стены. Не уверен, что со стеклом или с другими блоками, которые квадратные, и занимают один квадратный, то есть один квадратный метр, вот, то есть как вот это стекло, то есть тут этот квадратик. Вот, поэтому я советую вам этого не делать. Блин, эта чешуйница мне капец как-то стала. Вот, давайте съедим еще одно золотое яблочко. И вот, и еще тут можно проходить через, допустим, дверь легко. Вот, видите, мы прошли через дверь. Вот, тэпаемся. Вот, теперь можно еще очень легко пройти через эту штуку. Но прежде этого я выдам себе чуть золотых яблочек. Вот. А ну-ка, чтобы хотя бы чуть исцелить свое хп. Думаю, это было бы круто. Вот так вот все. Яблочки давайте покушаем. Кстати, видите, у нас золотые сердечко вот тоже восстанавливается. Вот, опа, все, прошли. Я советую вам пользоваться этим лайфхаком. Еще много кто говорит, что можно каким-то образом пройти вот так вот. Но я не знаю как. Что типа засейвить себя. Я не знаю, я прям вообще не умею. Кто имеет, напишите в комментариях, вот. Я просто сам даже не знаю, как это сделать. Ну ладно, а теперь еще вам покажу. Думаю, вы хорошо изучили это все и понимаете, как телепортироваться вверх, вниз, как засейвить свою жизнь. Так что я надеюсь, что вы поймете что-то новое в Майнкрафте. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. С вас медоедный Лакосик. Всем пока-пока. Пока.